В данный период у вас будет высоко развита интуиция, появляются новый поворот событий, новые перспективы, но которые следует принимать с осторожностью. Вы будете внимательны, чутки, добры, будете способны на благородные поступки. Перед вами открыты 100 дорог, каждая из которых может привести к заветной цели. Вы такой человек, для которого развитие в жизни стоит на первом плане. Только древо, которое тянется своими ветвями к солнцу, может получить желаемую дозу энергии для его роста. Вы сейчас в процессе поиска путей духовного роста и реализации себя. Вы чутко и интуитивно воспринимаете мир, слегка отчуждены и можете выпадать из общего потока, но при этом открыты для мира и всего нового. В плане получения и распоряжения вашими финансами в данный период прибыльным для вас окажется деятельность, связанная с переговорами, обучением, общественными мероприятиями, поездками и коммуникациями. Большой или больший доход можно получить благодаря также новым клиентам. Важную роль в ваших расходах, а именно некоторую экономию денег или выгодные приобретения, может принести ваша способность договариваться с людьми и убеждать их. Для многих в этот промежуток времени в вопросе заработка можно ожидать прибавки, премии и небольшие финансовые вознаграждения. В обучении, общении с коллегами, знакомыми, соседями, клиентами, братьями, сестрами, однокурсниками, а также в вопросах переговоров, ведения документации, заключения краткосрочных договоров, в недальних поездках и в вопросах, связанных с личным транспортом, может сложиться взаимовыгодное партнерство, получение помощи от вышеупомянутых лиц, либо по вопросам транспорта. Также может быть поддержка с их стороны, подарки и сюрпризы. Совместные дела с этой категорией лиц могут быть очень успешны. Весьма плодотворно станет и заключение договоров, либо объединение с кем-либо из коллег, знакомых, с кем вы ежедневно коммуницируете. Относительно личного вашего транспорта и также недальних поездок следует прибегнуть к чьей-либо помощи или совету, чтобы достичь нужных вам результатов. В сфере недвижимости, места, где вы проживаете, а также ваших домочадцев. Если говорить про вопросы недвижимости и то месте, где вы проживаете, то в этот промежуток времени наступает период застоя либо остановки какого-то процесса. Это то время, когда ситуация стабилизируется, когда вы фиксируете результат на определенном этапе. А, например, продолжение ремонта, строительства, перестановки, покупки какой-то, продажи, переезда, съема или сдачи вашего жилья планируется на последующее время или же на неопределенный срок. Также, если ваше жилье уже находится на стадии реконструкции либо заключения сделки, то развитие ситуации может происходить медленно. Если говорить про взаимоотношения с членами семьи и домочадцами, то могут отсутствовать чувства и эмоции, может присутствовать безразличие и усталость, когда каждый действует по привычке. А для кого-то из вас это может также и означать, что люди взяли паузу в отношениях и по причине определенных обстоятельств на данный период никак не взаимодействуют. Но самого расставания или разрыва не происходит, потому что ситуация всех устраивает. В любом случае, что касается вопросов этой сферы вашей жизни, лучше отказаться на этот период от активных действий, проявлять терпение, потому что именно достижения какие-то или же успехи сейчас маловероятны. Потому что иногда длительное ожидание более действенно, чем попытки упрямо проявлять свою волю. Если говорить про сферу любви, отношения с детьми, хобби или ваш бизнес, у кого он имеется, может осуществиться прорыв и новый виток в развитии отношений с детьми и любимым человеком, также вашими учениками, или же новый поворот событий произойдет в развитии бизнеса и вашего хобби. Это начало любых ваших активных действий для развития отношений или ситуаций, для новых начинаний, для укрепления и налаживания взаимопонимания
с детьми, любимым человеком и так далее. Также руна предвещает удачу и везение в любых мероприятиях развлекательного характера, неожиданные небольшие сюрпризы и подарки, интересные знакомства, а также любого рода неожиданные приятные события и перспективы в бизнесе или вашем хобби. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов и подчиненных, у кого они имеются, также это могут быть работники, которых вы нанимаете для помощи по дому, то вот в этот промежуток времени в ежедневной рутинной работе от вас потребуется немало потрудиться для получения конкретных результатов. В текущих делах необходимо проявлять прозорливость и системный подход. Взаимодействие с подчиненными – спокойные и размеренные, без эксцессов и эмоций, когда все действия направлены на достижение цели и конечный результат. Если говорить про здоровье, то оно порадует тех из вас, кто о нем заботится и поддерживает себя в хорошей физической форме. У кого есть хронические заболевания, то возможно улучшение общего самочувствия через постоянное приложение усилий и соблюдение норм и правил необходимого питания и лечения. В плане партнерских отношений личных и деловых, а также относительно открытых врагов и конкурентов, это время выхода из застоя, время, чтобы приступить к активным действиям и завершить начатое ранее в партнерских отношениях. Для кого-то из вас это переход на новый этап в союзе, когда вы строите планы на создание семьи, ставите точку на своей холостяцкой жизни и завершаете подготовку к свадьбе. А для кого-то это решение вопросов непонимания и недомолвок в паре и обновление чувств и взаимодействия. Также успешны будут попытки создания новых деловых альянсов и союзов, потому что высока вероятность того, что вы подведете бизнес-партнеров к заключению сделок или долгосрочному сотрудничеству. Может случиться и такая ситуация, когда вы благополучно и логически завершаете нежелательные отношения. То же самое касается и открытых врагов. Наконец-то вы можете избавиться от них и разрешить конфликтную ситуацию с пользой для себя, благодаря чему придет чувство глубокого спокойствия. В любом случае в этот период вы будете обладать влиянием как на партнеров, так и на ваших оппонентов. А следовательно, сможете взять управление сложившейся ситуацией партнерских отношений и относительно открытых врагов и конкурентов в свои руки. Если говорить про получение финансов от партнеров, заказчиков, контрактных организаций, а также получение кредитов и больших денег, то наступает период пожинания плодов и время радостных событий. В вопросах больших денег и денег от партнеров вам придет новая ясность и надежда на хорошие перспективы. Вероятно, получение приятных сюрпризов, успешны будут любые запланированные мероприятия по заключению прибыльных сделок. В плане дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми и людьми, находящимися на дальнем от вас расстоянии, или же в вопросах высшего образования и заключения долгосрочных договоров, очень благотворны будут взаимодействие с людьми издалека, которые старше вас по возрасту или же более опытны в интересующих вас вопросах. От них можно получить как важный совет, так и существенную помощь относительно дальних поездок и долгосрочных соглашений. Период обещает быть успешным, потому что у вас проявится способность все правильно организовать. Вы сможете эффективно спланировать реализацию своих идей, отпуска, взаимодействие с людьми издалека, таким образом, что это принесет выгоду, перспективу и стабильность, особенно если ваши задачи направлены на семейные ценности, налаживание родственных связей из-за границы, допустим, либо живущих далеко от вас, или если эти вопросы касаются совместных путешествий с членами семьи. Если говорить про высшее образование, то благодаря дальновидности, прилежности и волевым вашим усилиям вы можете добиться существенных результатов в учебе и также завести нужные связи и контакты.
Что касается отношений в социуме, реализации ваших планов, карьеры, жизненных целей, в этот период могут произойти события, которые вынудят вас на какую-либо смену социального статуса, на поиск новой работы, увольнение по собственному желанию с прежней работы, назначение на новую должность, заключение или расторжение брака, смену гражданства, оформление опеки или наследства и так далее. Естественно, что у каждого человека это будет свой вариант развития ситуации, потому что мы помним, что это общий прогноз. В основном во взаимодействии с социумом вам придется как-то менять свои планы, проявлять стойкость характера и самоконтроль. В сфере взаимодействия с близкими друзьями и единомышленниками, а также с представителями власти и с работой в сети интернет, здесь сложится такой климат, когда в дружеском общении могут быть идеальное взаимопонимание, искренность, доверие, честность, согласие, поддержка. Общение с этими людьми, в том числе и высокопоставленными лицами, может принести множество положительных эмоций, а также радостных и по-доброму веселых моментов. Возможны совместные праздники, от которых вы получите массу удовольствия. Если же говорить про взаимодействие с представителями власти, то здесь у вас появляется хорошая возможность реализовать свой потенциал, упрочнить свое положение и добиться нужного вам результата с их помощью. В любом случае вам придет понимание и ясность по интересующим вас вопросам, которые касаются этой сферы, потому что вы приобретете уверенность и будете иметь некоторую власть над обстоятельствами. И в том числе будете пользоваться уважением со стороны единомышленников, близких друзей и также чиновников. Если у вас с кем-то из этих людей в недавнем прошлом были какие-то недомолвки и недопонимания, то сейчас наступает самое благоприятное время для коррекции любого негатива и положительных изменений. Обиды забудутся, а критика не будет браться в счет. Также многим из вас в этот период потребуется отдых и восстановление жизненных сил. В плане личных переживаний, скрытых талантов и способностей, в том числе и ваших тайных врагов, многие из вас в этот период времени будут воспринимать происходящие вокруг события по инерции прошлых своих привычек, прошлого опыта, а поэтому может присутствовать какое-то несобранное состояние, либо эгоизм, либо же ситуация в зависимости от других людей. У кого-то может присутствовать завышенная, либо же наоборот заниженная самооценка, некоторый внутренний конфликт. Также я рекомендую прибегнуть к любого рода энергетическим и магическим чисткам, потому что есть большая вероятность слухов, интриг, хитрости, лукавства и манипуляций со стороны ваших тайных врагов, когда завистники и недруги могут стараться испортить положение ваших дел. Лучше не ожидать помощи от кого-либо то ни было, верить лучше в себя, постараться трезво оценить, кто ваши реальные враги, в том числе тайные. Также я напоминаю, что на моем канале есть практика чистка рейки. Ссылка есть в описании под этим видео. Если говорить про ситуацию в целом и про энергетику этого периода, то наступает пора начинать новые любовные отношения, либо преображать существующую любовную связь, которая есть у вас на данный момент. Также это удачное время для творческих людей и новых озарений и открытий. Период способствует раскрытию неведомых вам ранее знаний и информации, прояснению ситуаций и складывающихся вокруг вас обстоятельств. Очень благоприятно пройдут целительные мероприятия, способствующие оздоровлению как тела, так и вашей души. У вас будет достаточно энергии проявлять активность и достигать намеченных целей, а также получать существенные результаты как в вопросах красоты и молодости, так и относительно любых обновлений в делах,
в работе, либо же в отношениях. Жрица. Кто-то заставит поступать не совсем привычным для вас способом, и вы сейчас дошли до того порога, который мягко вам укажет на вашу некомпетентность. Вам необходимы новые знания, идеи, которые помогут изменить что-то в организации, либо чья-то консультация, тогда вы почувствуете силу и сможете идти дальше.